Привет, друзья! Меня зовут Алекс, и у нас сегодня снова игра GTA 4, и мы едем к Фиксеру. Посмотрим, какое задание он нам даст сегодня. Почти. Почти получилось. А здесь уже можно поворачивать. Во! Шикарно. Зачем нам... О, нет, 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 нет! Блин, ну... Идет бетонные херовины, они настолько опасны, это ужас какой-то, а? Так, ладно. Давай возьмем свое корыто. Садись, Нико. Вернее, присаживайся, сесть всегда успеешь. Ребла. Практически Эбля. Это Ребла. Пикапик похож на кавалькаду, но не кавалькада. Потому что кавалькада не пикапик. А здесь скоро колесо отвалится. Что-то я засмотрелся не туда. Да. Ну, ночь, в принципе, уставший, конечно. Что сейчас? Looking to earn some money, friend. There's a file for you, brother. A quick, smooth job like the last one is what we need. Блин. The target is in a car. They're moving around Alderney. Take them out. Да. Цель возле Alderney. Так, мне нужна твоя машина. Как раз то, что надо, чтобы ездить по кругу и стрелять. Я беру твою машину покататься. Погляди. Сюда нам надо? Скотина, мне еще пипикача, догоню его и собью нахрен. Да, винда, конечно, мне вообще такие подлянки делает. Это просто ужас. Переустанавливать я не хочу. Придется очень много всего заново перенастраивать. Это просто мрак. Ах! Прости, я не хотел. Установите группу сопровождения. Установите группу сопровождения. Окей, попробуем. Неужели, как нам и говорили, что он по кругу ездит? Нифига у меня здоровье. Нифига у меня здоровье. Вот это поворот. Мне срочно нужно в ресторан заскочить. Не понял. У них еще задание есть? Да ладно нахрен. Что, шутишь что ли? Блин, надо, короче, этого сосисочника найти какого-нибудь. Булка втюхивальщика. Бляха-муха. А где же его среди ночи найти-то? Что-то я не вижу, а? А вы видите, я что-то не вижу вообще. Да что тебе-то надо, чувак, ты достал? Мне чувак нужен с сосисками. С сардельками, с гамбургерами, с чем угодно. А здесь есть?
ни черта нету. Что ж за хрень? Сосисочник. Алло. Наконец-то. Тебя-то я и искал. Не обращаю внимания, что у меня машина немножко почти полностью развалена. Yes, please. One of them. Yes, please. One of them. Thanks. Дома? А это что происходит-то? Я что-то не понял. Я что-то не понял, что это происходит. Это за мной, что ли? Я не думаю, что это за мной. Или это за мной? Не может быть. Кстати, задание-то мы выполнили. Поехали, сохранимся, наверное, не? Поехали, лучше сохранимся от греха. Потом приедем, задание возьмем. Интересно, они реально за мной или нет? Потому что эти задания муторные, вообще просто звездец. И я предпочитаю сохраняться почаще, потому что заново их проходить я вообще не намерен абсолютно никак. Ни разу, вот ни сколечки. Почти, почти, почти. Ну, блин, красиво получилось. Так прям пролетели. Как я мопедиста-то пожалел. Ой-ой-ой. Майка, Ника, это точно. Твоя К уже полностью разрушена практически. Ну, ничего страшного. Мы тебе новую К найдем. Тем временем мы опять под утро ложимся спать, чтобы ночью пойти на работу. Вернее, не ночью, а вечером. Ну ладно, не страшно. В любом случае, лучше, чем ничего. Поэтому сохраняемся, отсыпаемся. Даже не раздеваемся и не стираемся. И выходим на новое задание. Ну и, конечно, у нас звонит будильник. Люстра мне нравится, кстати. Красивая. Люстра очень красивая. А главное, дизайнерски высчитанное и подобрано под дизайн помещения. Стоять! Ой, эта машина вообще мрак. Мне не нравится. В любом случае, это лучше, чем ходить пешком. И мы снова направляемся к убийце. Нам до кормухи позвонить, что ли? Великие чуваки до сих пор здесь крутятся, мутятся. Чего они там крутятся? Неужели это за мной? Что-то я не верю, как-то, что это за мной. Что я такой популярный тип вообще. Звезда местного розлива. Вернее, в принципе, уже не местного розлива, а потому что полноценная звезда международного уровня. Все-таки мы из другой страны. Ну что, Ники, давай, позвоним. Интересно, у него задания-то хоть заканчиваются? Должны. Я почему-то уверен. Alright, brother, I'm in need of a job. There's a file for you, brother. A quick, smooth job like the last one is what we need. Блин. The target you're after is on a boat at the northern mouth of the West River. Take it out. Интересно, они вообще заканчиваются, нет? Или они у него бесконечные, эти задания? Нико, закрывай дверь. Молодчина. Они реально за мной гоняют. Эти кретины. Следуйте хайлайтному
хайлайтному пути. Ну-ка. Почему они на них не залупились вообще? Почему? Это нечестно. Он так в сральник им въехал. Разбил пол машины. А они даже с мигалками за ним не поехали. Так нельзя. Так нельзя. А я чуть-чуть его задеваю, так он сразу же визжит и за мной едет везде. Ну что за... Ломбанк? Русский, наверное, какой-нибудь. Ломбанк. Направо? А зачем тогда я здесь-то... Зачем я здесь повернул, если я мог прямо проехать? Обломи. Да нет никого обломи. Потому что те черти за нами не приехали там. Ну, в принципе, снайперская винтовка есть, мы из нее сейчас бах. И все. Нет, бах не композитор, а бах выстрелить разочек. В репку, или в кочерыжку, или в початок, или в чайник. В принципе, называйте как хотите. Это все об одной детали человека. Ники, держись. Класс. Эта тачка, по-моему, переднеприводная, что ли? Оу. Знакомое местечко. Здесь Санчеса, наверное, можно зацепить. Эй, чувак, а ты кто? Мне свидетели не нужны. Мне свидетели не нужны. А ты куда побежала-то? Мадам. Мадам, успокойтесь. Что вы падаете? Почему? Девушка. Девушка, что вы делаете? Да ты смотри, какая херня. Нико, садись. Эти придури, блин, на тех тачках больше меня. Цель скрылась. Да вон она цель, не надо мне ныть. Смотри. Вот они. Нет, нет. Ну
О, эта скотина еще шевелится. Сейчас мы быстренько это все это дело преодолеем. Переместимся поближе. Переместимся поближе к выходу из воды. И мы уже тем временем целых два проехали. Отлично. Все в порядке. Не обращайте внимания, это нормально. Это автомобиль-амфибия, и он вышел на поверхность. И нафиг. Это Ромка сидит? Не, не похож. Не-не-не, давай, Нико, забирайся. Висит, главное, блин, висит как мешок. Висит. Нам добежать, а он висит. Эй, машину нашел уже. Ага, я тебя понял. Теперь я таксист. Мне нужно побыстрее добраться до прокисшего молока. Нужно обязательно разрешить этот вопрос. Я на самом деле не понял, почему мы его не кокнули. В него же прицеливались со снайперки, по-моему, чайник даже. Чего тебе? Hey, man, it's me. You wanna go bowling? Bowling? Не, чувак. Bowling? Yeah, I'd like that. But I'm just in the middle of some things, Dwayne. Okay, man, you obviously too busy for me and my idea of fun. Call me when you're free. Окей, Дуэйн, я тебя наберу. С тобой в боулинг я не пойду, я пойду на что-нибудь более... более быстрое и менее времени затратное. Извини. Я тоже не понимаю, Нико, что с этими людьми не так? Почему-то они странные какие-то. Бросаются под колеса. Честным людям, таксистам. Честным таксистам и мигрантам, которые стараются выполнять все как положено. Блин, да, раньше на самом деле жизнь была тяжелее у иммигрантов. Это сейчас как бы проще стало. Документы получают, проще все. А раньше и нелегалы приезжали, блин, и жили вообще как говно. Чистили толчки, там всякую хрень делали. Мафиозничали. I'd like some work, my friend. You got anything? There's a job available, but you can't disappoint the client like you did last time. The target you're after is on a boat at the northern mouth. Чё, чувака, в прошлый раз разочаровал? Пошёл ты нахер, ты мне даешь тоже задание, значит, никого не разочаровал. Упырь. Врун, блин, проклятый. Оу! Магазинчик. Поехали, закупимся. Топ-хукер? Ух ты, клёво, топовые шлюхи. Но у меня в машине нет такого. Хочу и попробую что-нибудь веселое. Чувак, что ты мне приказываешь? О, оно уже появилось в продаже. Военная снайперка. Блин, ну это... Я вот не помню, чем они отличаются. Не помню. По-моему, просто быстрее стреляй. Тун-тун-тун и все. Эту херню бы надо взять. 5 соток, в принципе, это херня. Мы за задание получаем гораздо больше. Где хочу, там и буду мудаком, понял? Немного патрончиков. Пистоль. Оу, боевой пистолет. Просто пистолет. 100 патронов для боевого пистолета. Да, давай возьмем. 100 баксов для него патроны стоят. Для эмочки сколько?
Сотка 30 патронов. Все, ладно, хватит. Чувак, спасибо. Ты забрал очень много моих денег. Чего? Никто с тобой драться не хочет. Нахер ты всрался? Тут своих проблем хватает. Тут у нас не проблем, а дел. Но проблема... Очень много дел. Но проблема... Ух! Значит, чуть столбик не поприветствовал. Подожди, 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 подожди. Я уверен, что здесь мы точно так же сможем проехать. Точно так же. Да. А какой тогда в этом смысл был? Подожди, нет, здесь не поеду. Там как-то мутно, непонятно. Прекрасно. Прекрасно, сейчас мы это все сделаем. Везде то пиво, то шлюхи, то пиво, то шлюхи. Хотя, в принципе, что там для жизни еще простому человеку надо? Как говорится, люди расслабляются и зарабатывают как могут. Я всегда, когда давно играл, удивлялся, как они поворотники включают. Мне всегда почему-то было интересно. Хотелось поворотники включать. Не знаю, нахрена мне хотелось эти поворотники здесь включать. Эти чуваки-то утонули. По-моему, да? Давай, чтоб не упустить их. Сразу замутим себе. Смотри, а там спортивные стоят. Давай лучше гоночную возьмем. Вот это вот. Какая... Какая цаца вообще. Давай, садись, Нико. Погнали. Джет Макс. Ух. Ух. Everything is taken care of, brother. If you're in need of another file, we can discuss it on the hard line. Опять по городскому. Да что ж такое-то, а? По-моему, если несколько раз облажаться, то, в принципе, мы с ними мимо хаты своей проплываем. То он больше задания давать не будет. Или будет. Что-то я не помню. А, да, вот наша хата. Замечательно. Нико, что ж ты так воткнулся-то, опасно. О, вест... Как он там... Забыл, как он называется. Хотел сказать... Вестгейт. Хотел сказать восточные ворота, короче. Ну, то есть западные ворота. Вест же запад, точно. Какая машина здесь хорошая стоит. Чё, кто? Кто-то стекло разбил. Ладно, раз машина бесхозная, возьмем. А вот и выезд отсюда. Я понял. Чего?
охрененный выезд. Я от него просто торчу. Тачка, кстати, смачная. Я думаю, что ее стоит в катке в своей сохранить. Что-то мы немного не туда поехали, походу, да? Что-то попутали. Прямо из переулка выйдем туда. Блеск. Отлично, вот здесь и красавчик сохранен. Вот эта квартира хорошая, мне нравится. Дарю! Эта квартира хорошая. А вот предыдущая, где мы сохранялись, просто полная задница. Полная задница. А, я что-то не могу понять, почему у нас у фиксера у этого задания не заканчиваются. Что-то их много слишком. Ну что, поедем еще судьбы, так сказать. Попытаем удачу. Снова хорошая песня. Ладно, немножечко. Чтоб свой язык не распускала. Так нельзя делать. Так делают только уроды. Я просто очень спешу на работу. Очень нам срочно. Кстати, такую же тачку сохранили, и она же и приехала. Вообще, блеск. Я очень доволен. А, у меня есть идея. I have an idea. Поехали сюда. Ах ты собака такая. Мужчины к ней возвращаются, да, вообще прям. Надо на большую дорогу выехать. То есть вот сюда. Потом вот сюда. Пуньо, Муньо, подожди. А, нам на мост нужно. Тут, кстати, Дуэйн живет. Или жил когда-то. Отлично. А, как не повезло. Как это ужасно. Сколько? А, 8, ну да. 8, все правильно. Все названивает, да? Не надоело? Как я не попал-то хоть сюда? Ну, наконец-то.
О, у нее тоже новый прикид. Ну прикольно, прикольно. All right, Nico. Let's go. Ну поехали куда-нибудь. Куда-нибудь. Тачка все равно разбита, поехали в клуб. Really suits you, Nico. You're wearing that outfit again. I like to see you in a label. Шо, бля? Эти обноски стоят дороже, чем твоя шкура. Отлично. Ты хотела Дик, ты его получила. Там что-то лежит. Наверняка что-то интересное. Наверняка. You drive like you don't give a shit. Да. Катаемся мы очень круто. Мы с тобой еще накатаемся. Практически приехали. Распугал. Пойдем. Нажремся. Что у тебя жопа повисла как-то после бухла? Что-то как-то ты мне не шибко нравишься больше. Sounds real tough, Carmen. You have it hard. I don't know how you cope. Carmen don't know how she cope neither, baby. Shit! Can't someone else look after them? You fucking do it! Shit, Carmen, I'm not the one they're fucking paying. Ну, мимо нашей хаты проехали. Главное, что он не знает, что у нас тут хата охренительная есть. Ну, еще что-нибудь расскажи, Что-то у нее ушки, как хлебные сушки. О, она хоть сюда смотрит. Еще посмотри сюда. Не хочет. Давайте наблюдать за прекрасным кинематографическим пьяным видом на эту поездку замечательную. Он медленно, кстати, козленыш едет. Или быстро? Что-то у него вся тачка как-то щелкает непонятно. Не, он быстро едет. Он что-то, короче, съел, походу. Он нормально ехал, а теперь он вообще ехать не может. Ты что делаешь, дурень? О боги, что он делает? О боже. Не, нифига, не очкуй. Все нормально, мы уже крашнулись, не знаю, очень много раз. Очень много раз крашнулись. Я не пойму, что он делает-то. Он поворачивает. Ты смотри. Почему он так сильно тормозит? Мы с вами вообще никогда не тормозим. Жьем, жмем на полную вообще. Выжимаем все говно из машины. Ты куда полетел-то, чудик? Okay, fine. Fine with me. I think you know what I'm thinking. How about I come in? Come in, Nico. Let's go. This is cool. Okay.
Пойдем. Пойдем. В гости нужно ходить обязательно. О, как она много говорит. Что ж происходит тут такой страшный? О, машинка! Классно, спасибо. Шел нафиг. Не мешай работать людям. И снова мы едем к убийце. Как быстро время выходит. Ёлки-палки, ребята, это просто ужас какой-то. Что? На меня кто-то стуканул? Кармен, это ты? Я ж тебя знаю, где ты живешь. А на этой замечательной ноте, пожалуй, друзья, мы закончим сегодняшнюю серию. Благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться на канал, бейте в колокола и вступайте в паблик ВКонтакте. В настройках уведомлений в Ютубе ставьте галочку «Показывать все уведомления», чтобы вам приходили уведомления об обновлениях на канале. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующих сериях прохождения игры GTA 4. В других прохождениях. В других прохождениях, стримах. И, конечно же, в паблике ВКонтакте. Не забывайте нажимать букву А в правом верхнем углу экрана. Всем удачи и до встречи!